Здравствуйте, друзья. У меня небольшое сообщение. Мы переносим сайт залив.орг вместе с форумом и всеми там прибабахами, которые на нем были. Мы переносим его из клауда, мы пользовались амазоновским, на другой хостинг. Поэтому там пару дней будут какие-то, может быть, неурядицы, но это проходящее, и у нас есть бэкап форумы и там все дела, просто нам вот нужно перенестись, пока это все произойдет, пару дней. Значит, вы тогда вопросы пока туда на форум не пишите, те, кто писал. Вот. А если там беспокойство какое по поводу того, что недоступно там и так далее, оно в процессе, оно в порядке, в общем, ничего страшного. Так что все будет в порядке.